Очень чувствуется прямо мелкая фракция. Такого помола я еще не встречал, собственно говоря. Прямо очень мелко, даже не знаю, как с ней сейчас пробует работать, но что-нибудь придумаю. Сейчас посмотрим, как делать лучше. Может быть, все пересыплю целиково. Ох, она уже пыхтит, собственно говоря. Да, вот здесь вот все прописано. Взвешивать уже не стал, я доверяю этому человеку, я доверяю этой компании. Сейчас главное все отдельно высыпать, чтобы не задохнуться здесь. Технику безопасности соблюдаем, не забываем. Ну вот, я думаю, на пробу хватит, чтобы не излишествовать. Но она очень мелкая, то есть, как видно, она прям буквально вот сразу здесь мажется, я бы даже сказал. Очень мелкая. Думаю, дальше придется взять баночку специально для этих дел, чтобы все эти пакетики хранить там, иначе вообще даже не представляю, что это. Так, это одна. Медная пудра. С ней я еще никогда, собственно говоря, не работал. Здесь 13 микрон. Вот попробуем. Очень мелко по пальке. Посмотрим, что это себя представляет, потому что сколько я ее не искал, я ее не находил. Во всяком случае, количество, какие необходимы, ну, типичному гальванисту, скажем так. Вот, стало быть. Ну, вот это вот и есть наши задатки. Поэтому продолжаем. Что я хочу сделать? Во-первых, сначала хочу покрыть живой цветок бронзовой пудре. Потом я решил взять самое сложное — гелиохризумы. Это еще с моего сада в 19 году, кто помнит, сад скалы. Вот, попробовать поработать с ними, потому что если они покроются, то покроется все остальное, и я смогу смело рекламировать и с уверенностью заявлять любому гальванисту, что вот эта пудра отлично подходит, и этот продавец прекрасный продавец в данном случае. Особенно вот меня волнуют вот такие вот типа цветков, когда вот сердцевинка как бы полузакрытая, а окружность полуоткрытая, потому что они более интересны в покрытии металлом. Вот такого формата они не очень интересны, смысла не вижу на них даже тратиться. Это вообще лучше покрывать серебром, такой формат, то есть первичку. Вот я тут уже в свое время проводил эксперименты, тестировал на них покрытия защитные и так далее. Ну, посмотрим, вот именно вот на них будет показатель самый лучший, как по мне. Собственно говоря, к слову сказать, и попутно было много вопросов на ютубе по поводу клюща бонсайного. Как он там, не жив ли, не мертв ли, прижился ли, не прижился ли. Ну, в общем-то, прижился, и даже порадую, скажу, более чем, он пошел в рост, что мне, в общем-то, не по душе. Поэтому я планирую вот эту макушечку сейчас срезать, чтобы он пошел немножко вширь, и забрать его. Поливаю его периодически. Земля, конечно, как камень. Мох тоже спрессовался, но он живет. Самое главное, значит, ему хорошо. Как видно, я сделал композицию, пересадил все каланхои, которые я когда-то покупал в городе магазин в Челябинске. Вот такой вот, и такое денежное дерево, как называют правильно, тоже от тещи досталось, конечно же. О, мимоза стыдливая, но она что-то осыпалась, может быть, не сезон, может быть, что. Хотя она вот пытается здесь как бы, хочет обосироваться. Давайте, листики, ну да ладно. Я его отнял вот сюда, вот в расщелину ко мне. И что характерно, как я пересадил сюда вот каланхоя, обонсайл, немножко отвлекусь от темы, то есть придал форму, он у меня массово пошел в рост. Так что ждите пополнения, это 100%. Кто помнит, он цветет пышно, похож на гелихризм. Так что, наверное, с это будьба, то есть это судьба. Вот от этих вот жду еще, но видно, как они тянутся к свету. Ну а в данный момент что мы делаем, то есть мы забираем вот эту вот макушечку. Я вот сейчас смотрю, я думаю, вот здесь вот такой листочек болезненный. Вот я, наверное, вот посюда вот ее и раз, вот это все заберу. Это тоже будет для теста по поводу бронзы, бронзовой пудры и медной пудры. Поэтому вот на нем я, наверное, протестирую бронзовую пудру по старинке.
на этой веточке, а на гелихризмах нет пудры. Это будет, я думаю, самое справедливое решение. Поэтому работаем дальше. Да, значит, ну что же, продолжаем. Сейчас будут сплошь тесты. В том формате, что... Ну, в моем случае, в общем, живая веточка плюща, пока она еще живая, будет окунаться в спецсостав. Ну, я его раскрывать не планирую, потому что мы с ребятами долго к этому шли для того, чтобы получить этот вот, ну, скажем, рецепт для фиксации всего растения целиком, чтобы его внешний вид оставался и не увидал, скажем так. Поэтому сейчас вот займемся этим последствием. Так, ну что же, проволочка, создаем проводник, скажем это так. Вообще это не моя стихия, как бы. Моя стихия это, конечно, финиш. Но в данном случае я пообещал компании, которая предоставила нам эту бронзовую пудру на пробу, что сниму достоверный ролик, как оно, что оно и так далее. То есть все будет четко, понятно и без всяких там этих приукрашательств, скажем так. Если работает, то работает. Нет, так нет. Вот. Ну, в данном случае, ладно, я сделаю немножко, заморочусь. Сделаю с двух сторон. Извиняюсь, камера, как бы я не был готов к тому, что это вообще сегодня заказ придет и так далее. То есть, поэтому камера немножко так, ну, в ненужное время, в ненужном месте висит. Но, тем не менее, я думаю, кому интересно, все будет понятно. Я сейчас даже попробую ее немножко отдалить после паузы небольшой. Но я думаю, все поняли. Вот, делаю, в общем, проводник. Момент. Но, к сожалению, отдаляться оно не захотело. Ну да ладно, видимо, не судьба. Тем не менее, вот. Вот он наш проводник. Вот он наш живой плющик, скажем так. За грязные руки извиняюсь. Это был процесс полировки. Долгой, праздничной, поэтому я даже не одеваю сейчас перчатки по той простой причине, что, ну, процессы химии немножко помогут. Кожа сойдет и будет снова чистая и белая, поэтому на меня никто не смотрите в этом формате. Ну и сейчас этот составчик окунаем прям целиком веточку туда. Есть немного времени, чтобы это все зафиксировать, и самое главное, чтобы, ну, не оставалось воздушных прослоек, скажем так, то есть не оставалось возможности этому растению, в данном случае, дышать. Это, так скажем, мумификация, назовем это так. Вот. Этот промежуточный этап жизненно необходим, по крайней мере, вот моими глазами буду говорить от своего имени. Жизненно необходим при работе с пудрами. Бронзовый, медный, графитовый. Без него это просто, как по мне, пустая трата сил, времени, средств, материала и так далее. То есть вот, ждемся, оно немножко стекает, оно в принципе не то, что как бы впитывается, а поскольку создает вот этот вот как бы саркофаг, скажем, такой вот. То есть вот. Ну, естественно, нужно время, чтобы это все создало пленку, именно вот, извиняюсь, создало пленку. Поэтому сейчас его просто откладываю в сторону, вешаю и потихоньку буду заниматься гелихризмами, то есть подготавливать их для этих процессингов. Когда все будет уже, когда все будет окунуто, утоплено в этом составе, высушено, только тогда можно будет заниматься бронзированием и меднением. Даже не знаю, еще слова не придумал для медной пудры, повторюсь, ни разу с ней не работал. Вот. Ну, в любом случае, ладно. Все, до связи.
слойчик получился. Ну, не очень, конечно, удачное покрытие на 100%. Есть какие-то проплешинки, но мы посмотрим. В этом и смысл тестирования данного. Чтобы проверить, насколько капризно будет, насколько будет опадать. Даже не знаю, как сейчас давай зафиксировать позицию, так скажем. Ну, попробую сейчас прямо на глазах опустить ее туда. Так, ну уже ничего не опадает, это уже хорошо. Я имею в виду, бывает, что некачественная бронза, она осыпается с самого объекта виднения. Вот такие вот прищепочки у меня здесь. Вот, в общем-то, зафиксировал. Все, сейчас момент. Вложим следующую, медненную. Так, вот гелихризумы. Ну, тоже не идеально я здесь положил, но, опять же, это все тест, и это все зависит от покрытия. Как видно было, тот слой, который я делал, он все равно у меня уже заканчивается, надо месить новый. Поэтому именно все тут на, скажем, суровых условиях проверяться будет. Грубо говоря, так. Что, сложим, смотрим. Тоже, слава богу, ничего вроде не осыпается. Ничего не опадает, это говорит о том, что бронза очень мелкой диспенсии, медная пудра тоже, соответственно, вот все, что мне нужно. Сейчас зафиксировать момент. Вот, собственно говоря, поместил туда все три объекта и, соответственно, ждем. 9. Посмотрим, что из этого будет. Так что ждем. Ну что же, вот, прошло еще несколько дней тестов, и в принципе удалось подобрать рецепт для того, чтобы работать с этой мелкофракционной бронзой и с медью. И на выходе мы имеем вот такую вот красоту. Да, конечно, кое-какие дефектики имеются, куда без них, где-то вот, допустим, вот не прокрылось. Но как по мне, это что-то в составе самой этой бронзовой пудры. То ли какой-то жир, то ли какое-то масло, то ли что. Сложно так вот сказать сразу, на чем. Конечно, с производителем еще нужно будет пообщаться по этому поводу. Но, по крайней мере, результатом я доволен. Текстура не теряется. Эти вот цветы гортензии натуральные, подчеркиваю, они пережили, уже пережили зиму, так сказать. Вот. Сейчас доживают еще. Но, как видно на выходе, вот мы имеем такой результат. Опять же, это уже вторая партия, собственно говоря. Сейчас я покажу первый момент. Вот, а если говорить о первой партии, то здесь я как бы нареканий, в принципе, вообще не вижу. Просто менял электролит попутно. То есть вот такая красота, 100% покрытие. Вообще была идея их просто оставить для компенсационных работ. Но в конечном итоге я подумал, раз уж тестируем, то у меня того индонезийцы пришли с заказом. На каждый подвесил вот такой вот пинчик. Это будут серьги в таком корейском стиле. Вот опять же о чем говорил, что тот самый гелихризум цветки. Вот такая вот идейка возникла попутно. Серьги. Ну и разумеется, вот что меня удивило, это вот самое наивысшее показатель, то, что это прекрасный материал. Бронза, допустим, бронзовая пудра. Вот, пожалуйста, колос. Никогда еще за всю, в принципе, скажем так, историю работ не удавалось покрыть колос. То есть будет даже, наверное, моносерьга. Если нанести один слой, прямо сплошной, ну, мне не хочется, грубо говоря, так, я не стану раскрывать то, с чем конкретно вот в нашем случае смешивалась эта бронзовая пудра. Вы, пожалуйста, господа гальванисты, ищите сами. Вот. Скажу так, что состав найден, и вот именно эта мелкофракционная пудра работает. Перепробовали все, абсолютно нашли вариант. К слову сказать о колосе, даже вот отделать нечего, но в качестве теста. Вот это было медной пудрой покрыто. Вот такой вот даже колос. Ну и как можете видеть, ну где-то кончики вот не прокрылись. Это уже когда электролит, ну, перед фильтрацией, вот просто вот он был покрыт медной пудрой и заброшен туда. Как видите, вот. Здесь вот видно. Не прокрылся колосок.
А вот здесь, вот эти места, вот меня вот это удивило, конечно, что, несмотря на то, что колос, как бы, по мне, так испорчен, но он будет забракован, но в качестве наглядного показателя вот видно, что даже такие вещи, это пудра, что бронзовая, что медная, покрывает, несмотря на то, что фракция медной пудры, она больше. Но с тем составом, который вот использовали мы в данном случае, он работает. Поэтому однозначно мастерская Скала рекомендует покупки вот эти вот порошки. Вот так же здесь вот. Ждут в своей очереди гелихризумы. Это вот тоже они были на тестах, на тестах, на тестах. Тоже вдохновили такую вот идейку с бусинками без. Ну, то есть вот как-то так. Вот, поэтому компания ООО «Ансплав» однозначно вот мастерская «Скала» рекомендует. Вот, собственно говоря, медная пудра 10-13 микрон и бронзовая, конечно, я такой не встречал. Типографская она как медная по фракции, как правило. То есть вот здесь даже таких вот обозначений не видел. Поэтому вот, однозначно мастерская «Скала» рекомендует ООО «Ансплав». Обращайтесь, все господа гальванисты, художники, если нужна действительно мелкая фракционная качественная пудра. Это не то, что там заказывают где-то с Китая, мучатся, и они даже не знают, какая там фракция у их продукции, скажем так. Вот. Короче говоря, рекомендую. И на выходе будете получать вот такую красоту. Естественно, опять же, у меня коллега с отпуска выйдет. Он продолжит различные эксперименты по смесям, по составам, потому что... Вот это все, опять же, получено. Это уже мои идеи воплощаются. Получено именно вот благодаря продукции ООО «Ансплав». Вот такая красота может получиться на выходе. Вот, элементарно отличный показатель тоже. Огромная ветка туи. И она вся покрылась. Безусловно, опять же повторюсь, что при работе с бронзовыми пудрами, с медными, невозможно получить стопроцентный результат прямо вот сразу, чтобы у вас ах и прокрылось все. Невозможно. До этого лично я для себя открыл состав, как говорится, ну по факту скупой платит дважды. Я понял это давно и использовал именно серебряную пудру. Это на этап выше, это, конечно, дороже, но оно себя оправдывало. В том смысле, что если подобрать отличный рецепт, максимально хороший рецепт, с чем его смешивать, с какой жидкостью. Кто-то, я даже знаю, с растворителями смешивает или еще что-то. Вот, если подобрать, то можно вполне работать. Если даже эту пудру, серебряную смешать, да с тем же графитом, в конце концов, то можно получить хороший результат. Вот, собственно говоря. Поэтому, как правило, работали мы вот именно с серебром. Но сейчас спрос увеличился, работаем с другими странами, соответственно, это стало невыгодно. Искали альтернативный вариант. Вот натолкнувшись в интернете на ООО «Ансплав», однозначно могу смело рекомендовать. Все гальванисты, кто выставляют себя на какие-то позиции первые, они там же и затариваются, собственно говоря. Что питерцы, что москвичи, поэтому все бегом туда. Рекомендую.